Привет! Харьков Regional Film Commission и наш новый сюжет. Вы знаете, я очень не люблю такого выражения, такой фразы «место силы». И, если честно, никогда его раньше не использовал, но вот сейчас, во время войны, задумавшись и прислушавшись к самому себе, я понял, что это имеет место быть. Имеет место быть во мне самом. Когда мне становится очень грустно, очень печально, очень тягостно, вот понимание того, что вообще происходит, для того, чтобы как-то самого себя, как Мюнхгаузен, вытащить за волосы из болота, я просто отправляюсь гулять по Харькову. В одиночку, без толпы в 300 человек экскурсантов, без сопровождающих. Один гулять по старому Харьковскому центру. Я прихожу с этих прогулок и все время повторяю близким: Харьков такой красивый, Харьков сейчас во время войны так красив. Он никогда таким красивым на моей памяти не был. На меня некоторые смотрят как на идиота и говорят: что ты вообще говоришь? Ждут от меня совершенно другой реакции, другого восприятия. Я говорю: вы не понимаете. Это как заново влюбиться в очень любимого тебе человека. Увидеть его совершенно по-другому. В моих довоенных экскурсиях было очень много прозы. Я все время говорил, рассказывал. В этом доме был тот-то, этот дом построил тот-то архитектор и построил его в таком-то году. Сейчас, мне кажется, наступило время молчаливой поэзии, а не многословной прозы. Когда ты просто смотришь и все понимаешь. Мне кажется, нельзя это при помощи камеры, при помощи вот такой видеозарисовки показать и передать, как красив сейчас военный Харьков. Все вещи, на которые реагируют мои зрители, я обратил на это внимание, они говорят: ужас, как разрушен Харьков, как, наверное, Максим, вам тяжело сейчас снимать и показывать эти сюжеты. Нет. Все эти шрамы, все эти раны, которые есть сейчас на харьковском теле, это, знаете, как выражение: храм нам роже, мужику всего дороже. Шрамы украшают мужчину. Харьков стал мужественных. И, наверное, он и был таким мужественным. Но мы последние годы за всей этой суетой, за всеми этими стремлением комфортной, интересной, веселой, положительной, позитивной жизни, мы вот этой суетой эту мужественность и это достоинство утратили. Пустынность, тишина харьковских улиц, харьковского центра, они добавили ему настоящести, достоинства, мужественности. И он стал еще красивее от этого. Я не знаю, можно ли это сформулировать словами, я, по крайней мере, только что пытался, поэтому вместо слов я бы просто хотел вам показать старый харьковский тихий центр сейчас, в военные дни. Смотрите. Начали наш сегодняшний сюжет с размышления о том, что такое место силы. И я бы хотел закончить нашу сегодняшнюю такую молчаливую
зарисовку о Харькове еще одним важным местом Сиона, как бы завершить, закольцевать всю эту историю. Это особое для меня место. Отсюда, с Лысой горы, открывается уникальный, по-моему, даже единственный такой вид на весь город. Отсюда Харьков как на ладони. Начинается от университетской горки Успенского собора, продолжается университетом, Газпромом, Павлом Полем, Алексеевки. И глядя на этот вид, мне кажется, какие-то комментарии, мысли, расшифровки уже излишни. Просто смотрите.